На НТВ программа «Чрезвычайное происшествие» в студии Марат Седдиков. Мы в прямом эфире. Ну и в начале выпуска обещанная история о чудесном спасении. Человек, которого, можно сказать, похоронили в социальных сетях, оказался жив и практически здоров. Да. Мы предупреждали, вы сейчас... Ну все, твои комментарии. Но это было неожиданно, я не думаю, что они ударят меня. Есть!